Так, друзья, сегодня у нас ветеринарный день, в общем. Сидимин. Он вводится, значит, перед отелом коровам. Где-то за 40 дней до отела, за месяц до отела. На корову 10 мл. Вот у меня как раз шприц 10 мл. Я всем уже вводил перед отелом. Все у меня, в принципе, почти уже получили сидимин. Сейчас вот феврали поставим. Все, вот он такой темный препарат. Перед тем, как его ввести, его надо подогреть. Все, пока включи. Так, стой, феврали. Стой, феврали. Все. Все. Давай отпускаем. Все.